Шановні друзі, доброго дня. Ми продовжуємо наші веб-конференції, які вже традиційними стають. Сьогодні у нас чергова, дуже яскрава і дуже приємна гостя Оля Саладуха, чемпіонка світу, тризова чемпіонка Європи, призер Олімпійських ігор. Патріна Стрябка. Доброго дня. Доброго дня. Ну що, у нас дякуємо вам за питання, які ви ставили. Я думав, буде питань більше, але те, що ви не дописали, те я сам. Я сам договорю. Оля приїхала прямо практично майже з тренування. Зараз, я так розумію, що йде підготовка до літнього сезону. Ми зараз про все це діло розпитаємо. Єдине, що хочу так для вступу ніби сказати, у нас тут є дві групи питань. Одна частина питань, на щастя, їх трошки більше, це спортивна частина. І друга частина питань пов'язана із такою, не знаю, політичною, такою особисто-політичними моментами. Тому так всі дякуємо за ці питання також, і за ті, і за інші. Закликаю до вас до розуміння, якщо там деякі питання ми або проігноруємо, або пропустимо, тому що, ну, самі розумієте, є різні нюанси. Спорт не політики. Так, да, спорт поза політикою, да, але, ну, спорт, особисте життя спортсменів теж завжди Оля цікавить. Особливо у красивих спортсменах. Дякую. Ну що, поїхали. Значить, перше питання. Оля, добрий день. Чим зараз займаєтесь? Где живете? І що з обіцяною квартирою? Ну от, розкажи, так ми до цього нашого ефіру, Оля, почала розказувати про підготовку, яка була після літнього сезону і поновлення підготовки до наступного сезону. І от зараз. От давай спочатку про підготовку. Як ти провела в підготовчому сенсі цей час після відпустки? І що зараз робиш? Ну, хочу со всеми, наверное, поздороваться, сказати добрий день. Нарешті я тобі дам. Хочу поздравить всех с праздниками, с Рождеством, с Новым годом, пожелать всем здоровья, мира. И сегодня старый Новый год, поэтому тоже поздравляю всех с этим замечательным праздником. Кутю ты будешь варить? Кутю мы варили на Рождество. Ага. Само собой. Да, рассказать немножечко о планах. И сезон закончился, так можно сказать, успешно, но с такими немножечко проблемами, которые, да, происходят сейчас на Востоке. Сейчас более или менее как-то мы стабилизировались, наше положение с тренером, мы переехали в Киев, ну, в принципе, как переехали, обстоятельства наши. Перебрали, да, нас. То есть я не была в Донецке с 1 июня, как приехала на свадьбу к Наталье Добрынской, так и не вернулась. И не осталось, да, да, здесь осталась. Угу. Снимаем квартиру, живем на съемных квартирах, и я, и тренер, тренируемся здесь. Были на двух сборах в Испании, в Португалии, где начали хорошую подготовку в хороших комфортных условиях, в хорошей климатической зоне. Поэтому все идет как бы гладко, ровно. Ну, а по поводу обещанной квартиры, квартиры нету, квартиру не обещали. Пока были это все отговорки, слова, но пока что никаких продвижений нету на самом деле. Ну, тобто, давай тоді вернемося, тому що там все одно були питання, якщо ти вже зачепила. Значить, озвучив тодішній ще міністр Дмитро Булатов, озвучив, що він буде займатися питанням надання особисто тобі квартири. Після цього якісь іще були рухи, чи взагалі була повна тиша? Были движения, начали искать какие-то возможности приобретения квартиры по скидочной цене, но для этого всего нужно было стоять на очереди на квартирном учете, прожить минимально 5 лет в Киеве, то есть тогда это бы мне возможность давала купить квартиру с 30% скидкой. Но так как я ж не знала, что будет война, и, естественно, не стояла на квартирном учете, потому что в Донецке все у нас было хорошо, гладко и ровно, поэтому такой вариант скидки для меня не подошел. Ну, тобто зараз поки що знімаю. І була інформація про те, що надавали допомогу, да, для зйому квартири. Олімпійський комітет, да, також ж продовжує нас фінансувати 3000 гривень всім спортсменам, ну, ведучим спортсменам зони АТО, всі отримують 3000 гривень на сімне жилье. Да. Це, звісно, немаловажно зараз. Ну, да, особливо зараз. Помощь хороша, да. Так, ну от ти приїхала зі зборів, зараз, зараз що? Зараз які та підготовка, які плани далі? Сейчас в Киеве, есть старт в Германии, пригласили, поэтому писали в интернете, что я пропускаю сезон. Кто-то писал, что я участвую в чемпионате Европы в Праге. Могу сказать, что на чемпионате Европы в Праге я не выступаю. То есть можно сказать, что пропускаю официальный старт. А на коммерческих турнирах, на которые я получила приглашение, я буду прыгать, буду выступать. Первый старт это будет 29 января в Дюссельдорфе.
А скільки їх взагалі буде? Тому що от і минулий сезон, і в принципі останні всі сезони, ми пам'ятаємо з тобою, що дуже мало потрійні жіночі включали взагалі в комерційні старти, да? Особливо індор. Ну да, очень много отменили. Это был Гент еще. Гент сейчас вообще, по-моему, убрали с программы. Да, его, да. Поэтому пока что 100% Дюссельдорф, остальные старты пока под вопросом. Тройного прыжка нет, нет нигде, к сожалению. Ну, то есть хотелось бы попрыгать. После этого мы планируем сбор. Там, я, Аня Тетимец, Богдан Бондаренко, мы планируем Южную Африку. И там уже начать подготовку к летнему чемпионату мира, к летнему сезону полностью. Попробувати високогор'я. Тобто, от розкажи трошки про Південну Африку. Минулого року, так, я так розумію, Богдан туди піонером поїхав. Чому саме Південна Африка? Які там, яка там висота, які там умови? І взагалі, от чому саме цей напрямок? Скажу чесно, я там не була. Це все по словам Богдана, це все по словам Сергія Федоровича Красовського, який там проходили підготовку. Висота там 1400 метрів, тепла кліматична зона, хороша база, хороший стадіон, супер якісь сучасні тренажери, які просто навіть не треба вішати якийсь вес, а йде все під якимось давлением. Ну, тобто, хорошее питание, хорошее проживание, то есть, ну и то, что высота, сейчас это, говорят, немаловажно для спортсменов, то есть восстановление, наполнение кислородом, ну, хотим это попробовать. В 2007 году я пробовала базу в Кисловодске, высока, ну, как Среднегорье, наверное, называется, там 900 тысяч. Ну, сезон, в принципе, сложился, вот сейчас хотим как бы, как макет на следующий год на Олимпиаду сделать, попробовать, по крайней мере, что нам даст высокогорье. Скажи, будь ласка, знову так випереджаючи, очевидно, деякі питання про те, що от їде народ за кордон тренуватися, чому їдуть за кордон? От чому легкоатлети їдуть за кордон? Чи є аналогічні умови в Україні, в принципі, там, чи можливо їх знайти? Чи можливо якась альтернатива там або ближче, в принципі, ближче, так що ближче і дешевше? Ну, наверное, базы, которые у нас были олимпийской хотя бы подготовки, это был Крым, да, это была Евпатория, паралимпийский центр, на котором мы готовились, это была Ялта. Сейчас это все закрыто для нас, недоступно, поэтому ищем варианты, которые там в Европе или, допустим, в Южной Африке, кто-то ездит в Америку, то есть приглашали меня тренироваться в Америку, ну, с тренером мы так подумали и решили, что в Америку надо ехать минимум на 3 месяца, то есть и как бы у меня есть ребенок, и есть семья, и на 3 месяца оставить это все как бы немножко тяжеловато. И приняли решение в Европе. В Европе, наверное, ценовая политика не такая дорогая, как, ну, как, наверное, бы обходилась Ялта. То есть есть дорогие базы, которые, ну, не базы, а там те же гостиницы или там аренда помещений, то есть даже та же Евпатория, аренда стадиона выходила намного дороже, чем бы мы поехали в Европу. Поэтому, ничего себе, я поэтому бывает, выезжаем туда и бывает то же самое. Выходит, просто что? перелет получается дороже, чем, допустим, поезд, да, в тот же Симферополь или куда-нибудь. Ну, зараз кажут, да, и потяги, ну, я так разумею, что не та ситуация зараз в Крыму, да? Ну, да, сейчас, получается, в Украине, я даже не знаю, куда можно поехать и готовиться. Ну, зимний сезон — это Запорожье, вот спортсмены готовятся. Раньше это был Артемовск, хорошая база там была, рядом стадион и манеж, и вот, ну, ребята говорили, что было очень комфортно. А сейчас, ну, вся же ситуация, то есть я даже не знаю, где можно находиться. Ну, Сумы, может быть, только. Без высокого гири. Без высокого гири, да. Да. Тобто зараз ти працюєш в Києві? Да. Да. В манежі, який недавно? Манеж на Березняках, на Лісову, да. На Березняках вообще нам, как дом родной, сказали, пожалуйста, приходите в любое время суток, хоть живи круглосуточно тут. Ну, то есть это немаловажно, потому что бывает, все равно сталкиваешься с проблемой, что востока нельзя, столько ты закрыт. То есть, ну, такие вот моменты, которые... Технически, наверное. Ніхто нас не ущемляє. Всегда, пожалуйста, тільки тренуйтеся. Я нагадаю, що манеж на Березняках — це той манеж, який довго не могли забрати у однієї релігійної організації, з очолюваної одним відомим політиком. І потім, от нарешті, коли його після багатьох років забрали, ось така ситуація виникла. Так, ну давай далі тоді по питаннях. Оля, здравствуйте. Кажуть, що легка атлетика – дешевий вид спорту, очевидно. Там не треба ніякої особливої екіпіровки, взагалі нічого. Виходиш і бігаєш, чи стрибаєш. Це правда? І скільки витрачається в місяць на підготовку? Ну, сказать, что он дешевый, наверное, потому что он бесплатный. Еще все-таки секции легкой атлетики, они у нас бесплатные. И
дешевая, наверное, экипировка, потому что ты можешь прыгать, бегать в обычных кедах, которые стоят там резиновые 100 гривен, да, практически. Mm-hmm. То есть, ну, не обязательно покупать какую-то супердорогую обувь там за 2-3 тысячи гривен кроссовки. А шиповки это уже такого подороже, наверное, в районе 1000 гривен, это приобретаешь уже, когда ты выходишь на какой-то уровень. Кто-то кому-то дарит, кто-то кому-то передает, но если ты хочешь что-то новое, то это в районе 1000 гривен. А сказать, сколько ты выходишь, ну, тратишь на подготовку, это, наверное, вопрос в зависимости, какого уровня спортсмен. То есть там идут массажи, идет какое-то восстановление, это все равно, наверное, для каждого спортсмена это уже индивидуально. То есть, конечно, нам не надо там тратить, как дочка мне занимается коньками. Ну, або на велосипеды, да? Или на велосипеды, или на лыжи, или еще там на что-то, то есть на такое, там, на ружье. То есть это, конечно, затраты уже другие идут. Ну, от скажи, будь ласка, от ці витрати, які ти перерахувала зараз для себе, їх оплачує сам спортсмен? Чи є якась там певна державне, не знаю, фінансування місцевих якихось бюджетів? От хто? Ну, партнеры, спонсоры. Массажисты, наверное, услуги каких-то там врачей, то есть даже, допустим, какие-то анализы, все это мы оплачиваем за свой счет, если mm-hmm. кому-то это надо. И услугами массажиста только, наверное, пользуемся на сборах, mm-hmm. если массажист есть с нами. Там какое-то восстановление, это практически, наверное, каждый спортсмен все вкладывает сам в себя. То есть затраты идут немаленькие, наверное. Ну да, когда сам у себя вкладываешь, то завжди. Ну да. Ольга, коли ви востаннє були в Донецьку, ти вже сказала, Оля, 31 мая я уїхала з Донецька. Яка там ситуація з дитячими школами, чи вони працюють і хто там лишився? От що ти знаєш? От мені теж дуже цікаво насправді було. Яка там зараз ситуація? Там от елітні спортсмени отримали можливість виїхати, да? А от, очевидно, що тренери, які там на маленькому рівні працювали, і дітки-спортсмени, очевидно, ж не всі змогли отримали можливість выехать. Яка там зараз ситуация? Яка в тебе информация? Разговаривала с молодыми тренерами, которые тренировались еще со мной, mm-hmm. которые остались в Донецке. Говорят, в манеже работают, в манежах тепло, в манежах комфортно, mm-hmm. тренировочный процесс идет, но многие просто перерегистрировались на территории Украины. То есть выехала у нас и Донецкая ШВСМ, зарегистрировалась, по-моему, в Дружковке, mm-hmm. и под Славянском зарегистрировалась наша Донецкая область, как, ну, не федерация, а министерство, наверное, mm-hmm. не министерство, как это все называется? Спорткомитет. Спорткомитет, mm-hmm. да, вот Донецкая область. Поэтому кто не смог, конечно, тренируется там, но выступать будут, наверное, тоже за Украину, потому что знаю, что есть контроль, чтобы спортсмены не выступали на территории ДНРовских стартов. Ну, то есть это все запрещено. Угу. Я зрозумів. А, ну, тобто, я так розумію, що збірники всі, хто там були, всі там мали можливість повиїжджали, чи багато хто все-таки лишився? Хто-то остався, тому що не кожен має можливість приїхати угу. в Київ і зняти квартиру. Це зараз, наверное, дорогое удовольствие. Ну, навіть не Київ, Бровари, але це все одно угу. нужна хороша фінансова підтримка. Хто лишився, ти не знаєш, да, збірник якого там? Чи ще не будемо говорити? А я думаю, не треба розказувати. Да. Хорошо, не будемо. Чи тренуються там спортсмени? Ага, це продовження попереднього питання. Добрий день, Оля. Який план на сезон? Будете ли боротися за брилянтову лігу? Ну от да, це наступна частинка такого спортивного питання. Чи ти планувала вже собі старти на літній сезон, дивлячись на чемпіонат світу? І зокрема, от, про діамантову лігу питання. Бриллиантовую лигу, конечно, хотелось бы повторить историю 2011 года, не только бриллиантовую лигу, но и ДЭГа, и поэтому хотим, немножко уже эта ситуация стабилизировалась, да, немножко mm-hmm. привыкли к условиям Киева, что ты живешь не дома, немножко эмоции, наверное, притушились, и понимаешь, для чего ты работаешь и трудишься, и, наверное, начнем сезон это с Юджина американского, это, наверное, один из самых моих любимых стартов, вот, наверное, там начнем летний сезон, и планомерно будем идти уже там пару чемпионатов, пару бриллиантовых лиг, может быть, тройку сделаем, потом, наверное, где-то сделаем передышку угу. и уже будем готовиться к Пекину. Тобто, скільки буде стартів до Пекіна? Ти ще не прикидала? Я ще не смотрела, не открывала календарь, если честно, не смотрела, какие там, какие сроки. Ну, 3-4 угу. старта, я думаю, будет, потому что все равно до чемпионата света, да. Угу. Может быть, и больше. Потому что я, в принципе, люблю много напрыгиваться, много ездить, чтобы у меня была какая-то стабильность, такое немного спокойствия. Ну, старты будут. Оля, почему кроме вас нет достойной конкуренции в тройном прыжке в Украине? Кого вы видите из молодых спортсменок
на будущее. Ну, тут така, і правда, така якась ситуація, якась дивна. Крім того, що в світі, в потрійному стрибку, да, чуть, там, після там, 3-4 спортсменів тебе включаючи, рівень такий там, до 14, да, не долітають. І, ну, і відповідно і в Україні. От, взагалі, чому така ситуація загалом у світі, якщо давай розширимо цю тему, і зокрема в Україні, хто є? Ну, есть у нас молодые девочки, там и Руслана Цеходская, Ира Николаева, там, вот, которые отбирались на чемпионате Европы. Была Анна Князева, которая сейчас выступает за Израиль. Сказать, что тенденция, может быть, это из-за того, что тройной прыжок на самом деле очень опасный, травмоопасный вид спорта, поэтому не каждый справляется, может быть, с этой нагрузкой. То есть где-то какой-то результат есть, потом кто-то где-то колено повредил, где-то ахиллы, где-то спина. То есть немного неправильное движение, и человек уже, ну, потом где-то начинает себя страховать, какая-то идет опаска. Все равно это где-то должен быть правильно как сформирован, наверное, тренировочный процесс полностью, то есть чтобы убрать эти все страховки. А кого я вижу, наверное, в планах на будущее, ну, пока что я не могу сказать. Ну, то есть никого немає, да, кто может достребовать? Ну, я докажу про 15 метров, там, ну, хотя бы 15-14. Я думаю, 50. Новое поколение, новый сезон сейчас это что-то покажет. Молодые все равно девочки есть, вот там такая есть фамилия Пташкина, вот она уже себя активно показывает, молодая девочка из Броваров, по-моему. Поэтому я думаю, что, может быть, она заменит поколение Инессы Кравец, Елены Говоровой и Ольги Солодухи. Ні, ну в Ольги Солодухі покоління ще рано, очевидно, міняти. Але тим не менше про Інесу Кравець. Питання: Оля, ви знакомі з Інесою Кравець, може, консультувались і спрашували совета. Чи є у вас спілкування яке з нею? Ну, ми знайомі, ми бачимося на різних мероприятиях, пересікались. Ну, щоб на таких соревнованиях, мероприятиях обговорювати якісь технічні питання, ми не обговорювали, не приходилось. Тобто, такого, ну, я думаю, кожен спортсмен високого класу, він все одно, ну, все равно по-своему видит, наверное, какой-то, за счет чего он прыгает. Ну, у каждого есть, наверное, свои какие-то качества, свои таланты. Вот поэтому к чему-то придерживаться, наверное, очень тяжело. В сенсі на когось рівнятися, ну, да, да, порівнювати? Да. Ну, все одно цікаво мені просто порівнювати, не порівняти. Інеса Кравець – людина, яка стрибнула 15-50, да? Говорова – людина, яка стрибнула 14-99. Да? Приблизно у тебе така сама історія. І візуально для нефахівців, ну, три різні фактично техніки. От розкажи мені, будь ласка, про там просто таким по-простому, да, для простого народу. В чим відрізняється техніка твоя, Інни і Говорової, наприклад? Ну, когда я рассматривала прыжок Инессы Кравец, у него колоссальная, наверное, скорость разбега, очень далекий третий прыжок, и я думаю, если бы она сделала хотя бы три равных прыжка, то она улетела бы далеко за 16 метров, то есть там потенциал был огромный, поэтому вообще 15-50 не зря держится уже 15 лет, да, в 95-м году, вот, сколько уже, 20 лет, все подбираются, ну, по крайней мере, еще 15-40, даже, по-моему, результатов в истории не было, 15-39 самый максимально приближенный результат. Я думаю, еще рекорд этот простоит, потому что, наверное, все должно сложиться к этому рекорду, это идеальная техника попадания, то есть все над этим работают, трудятся, но пока что еще нет. У Лены прыжок более ровный, и у меня более прыжок ровный. То есть я думаю, что Лена знала, чем добавлять, и я знаю, чем добавлять. То есть мне, может быть, вот этой вот скорости, как у Инессы, мне, может быть, это не хватает. Третьего шага, третьего полета, который был у нее, наверное, там 6.50, 6.80, то есть прыжки далекие. Но мы больше равняемся, наверное, на прыжки мужские. То есть это Джонатан Эдвардс, такие вот более... Тренер у меня увлекается больше, говорит, мужской прыжок все-таки он более... Более, ну, не то, что силовой, но он более прыгучий, чем женщина. Говорит, вас женщин куда-нибудь там заносят не в ту степь. То есть каждая прыгает по-разному. Ну, это, вот, наверное, идеал у нас, это все-таки Джонатан Эдвардс. А от, добре, продовжуючи цю тему, дівчинка на ім'я Катерина Еборген, чи Еборген, в чому її фішка? Ну, ви, от, якщо так поруч поставити, таке враження, що там ти легкоатлетка, а вона важкоатлетка, наприклад, да? Штангістка за великим рахунком така. Ну, ясно, що там ну, генетика у неї там етнічна така, ну, будемо говорити, да? Але от в чому все-таки фішка? Вона теж далеко летить і кожним сезоном фактично все далі. Ну, как мне говорят разные там и комментаторы, и журналисты не всегда говорят, то есть мне кажется, ну, нам кажется, что она сейчас прыгнет и разломается, то есть она немножко там, у нее там не так она ногу ставит, немножко она так
Где тренер говорит, она лезет, ну то есть по-наглому лезет, хочет прыгать, а ты, а когда им прыжок у тебя, то есть ты делаешь красиво, где-то хочешь что-то показать, ну то есть у тебя нет вот этого стремления, как у нее, то есть залезть нагло, залезть в прыжок, то есть, наверное, мне вот этой наглости немножко не хватает, вот такой, как у нее. Плюс она мощнее, немножко у нее это получается напористее, чем у меня, ну вот поэтому, наверное, два различия таких, а я более такая тендитна. Да, это правда. Чуть-чуть ветер встречный, меня уже начинает сносить не в ту сторону, да, да. То есть для меня встречный ветер – это проблема. А у вас коммуникация якось є між собою? Ви там спілкуєтесь під час змагань чи після, до змагань? Мы всегда в секторе друг другу, ну, здороваемся, друг друга поздравляем. Естественно, кто там на русском, английском как-то пересекаемся. Катерина не разговаривает, она на испанском, ну, то есть так, congratulations, наверное, и hi. Buenos días, да, максимум, то есть такие вот. Ну, как бы, злости, в принципе, такой нет, но... Иногда, конечно, когда там Олимпийские игры или чемпионат мира, чувствуешь вот эту вот напряженность, наверное, в секторе, потому что все равно каждый включается друг на друга и хочет медали, естественно, высшего достоинства. Ну и все равно дружба за сектором, вот как бы там с той же Ольгой Рыпаковой у нас имеется, ну то есть с такими девочками. Аня Лебедева, ну всегда общались хорошо. Так, поехали далее. Олечка, добрый день. Какая для вас медаль самая памятная и почему? Желаю здоровья и благополучия. Какая медаль самая памятная и почему? Наверное, каждая медаль это вот мне почему-то этот все время вопрос задают. Она, наверное, каждая. Богато медалей, тому выбираю. Да, да, да. Они, наверное, все памятные, потому что первый чемпионат Европы это он первый, это первая такая медаль была общая. Да, первый чемпионат мира это тоже он первый чемпионат мира и медаль такого достоинства. Олимпийские игры это медаль. Мне тогда я всегда говорила, что это медаль на вес золота, потому что я реально вообще могла остаться четвертой, пятой и. Или вообще не приехать туда на эти Олимпийские игры, не соревноваться, потому что соревновалась с травмой. Медаль этого чемпионата Европы, мне все говорили, зачем? Зачем тебе летний сезон? Зачем тебе такая ситуация? Ну, типа, ты вообще не выгребешь. Ну, то есть сезон складывался на самом деле очень тяжело в психологическом плане. Но эта медаль, наверное, была для меня, для моего тренера, для моей семьи, там, потому что все-таки мы доказали, что мы лучшие, наверное. И прозвучал флаг Украины, это было важно на тот момент. Богдан Бондаренко, это было все равно приятно, и многие нас поддерживали. А где они есть сейчас, эти медали? Здесь, в Киеве, я их привезла. Да, забрала, да? Да, да, привезла. Ну, родители привезли, они пока в Киеве. Чем занимаетесь у вольный от спорта час? Может, вышиваете, спеваете? Может, танцуете? Вышивать и спевать мне это времени, конечно, есть дочка, которая активно тянет на себя это все время. Поэтому, если только вышиваем, шьем куколкам одежды, там рисуем, танцуем, это мы все делаем вместе, либо ходим в какой-то детский игровой зал или просто вот на ролики, то есть полностью проводим с ней активный отдых. Скажи мне, пожалуйста, ты хочешь, чтобы она занималась спортом? Профессиональным спортом, будем так говорить. Профессиональным спортом это, наверное, такая двусторонняя точка зрения. Да. Я понимаю, что это тяжело, что это надо полностью отдаваться, полностью концентрироваться, где-то себя чем-то, может быть, ущемлять. Ну, это уже от склада характера, наверное, зависит. А с другой стороны, это возможность повидать мир, узнать многих людей интересных, где-то пробиться, ты будешь... Ну, это интересно, в принципе. Поэтому пока у нее интерес есть заниматься фигурным катанием, она занимается. И вот почему-то обратили на нее в садике тренер по плаванию. И вот хочет ее забрать в плавание. Поэтому если ей это будет нравиться, плюс ее заинтересовали в театральный кружок, тоже очень просят, где она там уже играла главные роли Герды, Снежной королевы. Поэтому стоять и настаивать ни я, наверное, ни Денис не будем, ну, муж. Поэтому что она себе выберет, то ей нравится, что мама, папа с флагом, она, купите мне флаг Украины, она любит эти медали, она говорит, это моя медаль. Я говорю, нет, это не твоя медаль, это мамина или папина медаль, а ты свою можешь заработать. Ну, то есть, поэтому настаивать я не буду, если она захочет, мы будем этому способствовать, но не препятствовать, наверное. А вот слушай, например, если она захочет заниматься плаванием, вот будет выбор, там, плавание, фигурное катание, и ты будешь ей говорить, Ян, ну, ты, зараз ты будешь плавать, у тебя будут вот такие вот плечи, это там не дуже жіночно, будешь ты там наполягать? Давай, не, давай, вот, підеш ти на стадион, краще там пострибаешь, чи там...
Я ей, наверное, подскажу, что, где, как. Ну, чем, допустим, плавание. Для меня, допустим, плавание всегда было нелюбимым занятием, потому что я замерзаю просто в воде, поэтому для меня было лучше там стадион, да. Фигурное катание. С детства я хотела заниматься. Мне нравилась гимнастика, фигурное катание. Это красиво, грандиозно. Ну, когда я туда пришла, мне сказали, пришла в лет 6, мне сказали, девушка, ты уже старая. Ну, то есть, поэтому для меня легкая атлетика как раз 9 лет, это... То, что было для меня, наверное, и хорошо, что тренеры, первая тренер Бойко Алексеевна увидела во мне, наверное, может быть, какой-то талант. Она так вокруг меня, никого ко мне не подпускала, то есть так оберегала, хранила, вот, ну, как бы, получается результат. А дочке сказать, что не занимайся, у тебя будут большие плечи, если ей, допустим, это нравится, ну, может, где-то подсказать. Или там фигурное катание, тоже ж спорт, когда тебе все время надо быть, да, в холоде, это тоже. По-перше, а по-друге, ми ж розуміємо, що в нас зараз там фігурне катання не в почуті, да, будемо так говорити. Тяжела ситуація, да, на самом деле, з фігурним катанням. Ні льоду, нічого. Да. Такий теж момент. Ну, добре, хай виросте, хай ще так покатається. Да. Ну, вона завжди говорить, мені твоя робота подобається більше всього, тому, може бути, вона скаже 10 років, що, мам, я хочу приїхати. А на велике, може? На велике, не знаю. От велика я, наверное, точно її договорю. Вот. А чому? Мені кажется, це дуже тяжела дистанція, тим більше для дівчинок. Ну да. Так, Оля, спасибо вам за работу и славу, которую вы приносите украинскому спорту. Желаю в Рио побить личный рекорд. Видите ли себя в будущем в роли тренера? И взагалі, ты за про особистый рекорд давай чуть-чуть пізніше, а вот про майбутнє. Ти зараз думаєш про те, що буде там після 2016 року, наприклад, чи після 2020 року, наприклад? На самом деле не думаю, потому что если ты начнешь думать, что я буду делать после карьеры, наверное, карьера твоя немножко остановится. То есть я живу сейчас, я живу сегодняшним днем, что у меня есть старты, у меня есть любимое дело, у меня есть какая-то цель, это Рио, да, Рио, Пекин. И говорить, что я там в 2016 году срочно там закончу и пойду там юристом или еще кем-то, то есть я так не могу сказать. Пока что я не знаю, кем я буду. Зарекаться, что я не буду тренером, тоже не могу сказать, но... Пока что на данном этапе мне это не интересно, потому что многих результатов я достигла, много чего видела, и тренером, наверное, надо родиться. Я родилась спортсменкой, а тренером надо родиться, надо это чувствовать, надо это видеть. Поэтому, не знаю, подсказать, наверное, смогу, ну, проконсультировать, а вот именно тренировать детей или не могу на данном этапе сказать. Про особистий рекорд тепер. Як ти думаєш, який буде результат золотим в Пекіні на чемпіонаті світу? І на який, чи налаштовуєшся ти на результат, який автоматично принесе медаль? Чи налаштовуєшся ти на те, що от як буде в секторі, так і буде? Там, умовно, і Барген стрим настільки, треба, ти розумієш, а мені треба сантиметр плюс. Ну, каждый сезон, я говорю, там, победа будет на уровне 15-20, 15-30, а она, бывало, заканчивается на 70. Уровне 14-90, 14-70. Поэтому зарекаться, кто в каком состоянии, все-таки это все равно психологическое давление. В олимпийский сектор вышли все перемотанные, все. То есть это было такое, наверное, психологическое напряжение, что каждый где-то себя, наверное, пережимал и в итоге где-то что-то себе там травмировал или сломал. И сказать, что в Пекине сейчас будут большие результаты, я, наверное, тоже не могу сказать, потому что все-таки год до Олимпиады, он все равно немножко такой более спокойный уже. Обычно в Олимпийский год начинают там мега-результаты, многие после декретов, после отдыха выходят уже активно. Появляются новые люди, новая колумбийка уже есть, которая прыгала тоже в районе 14-50. То есть что будет в этом году, будут ли новые лица, еще никто не знает. То есть появилась там молодая спортсменка Катерина Конева, да, например, которая тоже... активно себя проявляет, и обидно, и у нас 1 сантиметр уже был. Уже был, два да. раза, два раза причем, да. Поэтому каждый хочет, каждый в себя верит, поэтому сказать, что выиграет и Баргуэн, я не могу сказать, потому что мы, и я, и Конева, наверное, каждый претендует на это место. И Ольга Рыпакова уже вышла в сектор, поэтому, может быть, и борьба будет не между трех, а может между четырех. Что будет в следующем сезоне, никто не знает. А, слухай, а от що буде в сезоні через рік, да, коли буде підготовка до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро? По-перше, от чуть-чуть ми поговорили з тобою вже на початку, як готуватися, да, щоб пробувати модель на Олімпійський рік. Але от момент зміни часових поясів і момент підготовки в Ріо. Да? От зазвичай перед Олімпіадою намагаються готуватися в тих самих широтах. Да? Краще там, або хоча б попробувати.
ми розуміємо з тобою, що Колумбія значно ближче до Ріо-де-Жанейро, ніж Україна, ніж Київ. Чи буде це перевагою для, скажімо, і Баргюен, і недоліком для Конєвої, для тебе, для Олі Рипакової? И чи якось думаєте ви з тренером ось про цю географію? На самом деле по этому поводу я вообще не заморачиваюсь, потому что все равно в секторе, наверное, побеждает психология. Многие не готовы, допустим, соревноваться два раза после квалификации или там бегают. Была такая спортсменка, 800 метров бегала, одну там 57-56 выигрывала, а стояла, выходила на официальные старты во втором круге, она просто вылетала. Ну, то есть таких показателей очень много. По поводу климатических условий, я всегда люблю приезжать под старт. Uh-huh. То есть независимо, это было Дегу, это был Пекин или это будет Рио-де-Жанейро, то есть я приезжаю, стартую. Ну, после соревнований уже делаешь, что хочешь, но я всегда приезжаю под старт, чтобы не было акклиматизации, не было каких-то сдвижек, никто тебя не дергал, никто не раздражал, то есть меньше, чтобы твоя концентрация была растеряна. А тренироваться в каких-то теплых, ну, как бы я знаю случаи, что кто-то пытался сдвинуть часовые, вот эти вот часы, тренироваться ночью, mm-hmm. ну, то есть люди сходили с ума от этого, то есть разово легче прилететь и отстартовать, чем там месяц готовиться и жить по тому времени, которое там. Поэтому мы с тренером приняли решение не ехать ни на какие сборы там куда-нибудь в Америку или еще куда-то именно перед Олимпийскими играми, а прилетать за старт и, угу. и прыгать. А пам'ятаєш, перед Дегу, я просто згадав тільки, що був збір в Кореї, да? Угу. І після того збору люди на яких там, ну, не всі люди нормально підійшли, власне, до самого чемпіонату світу. Тому що рубало не зрозуміло з якої причини. Ти була на тому зборі? Ні, я була в Києві. Ти потім, якраз приїхала да, і перед этим у нас був чемпіонат міра в Осаки 2007 году. Я була в Таїланді. Да. В Таїланді я виступила хорошо з личним рекордом 14.79. Многие після Таїланда поїхали теж в Южну Корею і з Южної Кореї переїхали в Осаку. Да. Я же вернулась домой, побула дома. Вернулась в Японию, отпрыгала, ну тогда на тот момент это было, по-моему, 7-е место, 14.60 результат. Было тяжело, не скрою, это была реакклиматизация двойная, это было очень сложно для организма, но все, кто вернулся назад в Украину и приехал, они выступили лучше, чем те, кто остались на сборе и выступали потом же в Осаке, потому что была сильная жара. Ну, и не каждый это, говорят, выкручивали кроссовки, ну, невозможно было тренироваться. То же самое было перед Эго, кто поехал в Южную Корею, говорят, было жарко, невыносимо. Мы сидели на базе в Святошино, где было прохладно, иногда укрывались одеялом. Ну, единственное, комары там. Такое, так? Да, да. Ну, было бы где-то лучшие условия, поехали бы туда. Ну, главное было спокойствие, вот это то, что самое главное, наверное, для спортсмена перед официальным стартом. Скажи мне, будь ласка, теж такий момент, є в збірні є головний тренер, є тренери по різних видах, які там ніби визначають збори, хто куди їде, командні збори, да? Да. У тебе інший статус в команді, я так розумію, і очевидно, ти будеш свої переміщення і свою підготовку визначати сама зі своїм тренером, да? Не централізовано, ти не входиш в цю систему. Є у нас елітна група, так називаємо, в неї входить, по-моєму, 30 спортсменів. Зараз нова система у нас підсчету балів йде, і ця тридцятка лучших спортсменів легкоатлетів, вона отримує якесь індивідуальне фінансування. Тобто кожен спортсмен під себе розписує з тренером, де їм хочеться бути, для, ну, тобто не централізована підготовка, а кожен робить свою індивідуальну підготовку. То есть, ну, это, наверное, очень удобно, очень хорошо, что когда находится, вот помню, в Ялте мы приехали, была юниорская сборная, была олимпийская сборная, ну, то есть человек, наверное, 150 было на стадионе, и когда прыгаешь в высоту вот так, так народ прыгает в длину, и еще параллельно копье, но это было очень тяжело. Мы посидели там, побыли на сборе неделю и собрались и уехали, потому что лучше тренироваться в манеже летом, но зато будет спокойно и не будет вот этих вот забиваний каких-нибудь. Ну, действительно, можно травмироваться. Так, у нас тут питання. Оля, болею за вас уже очень давно. Желаю удачи, успехов, достижения всех целей. Спасибо. Будете ли проводить активно зимний сезон или целенаправленно готовиться к чемпионату мира? Це про це ми говорили вже, Оля. І європейським іграм. От про європейські ігри. Ти не їдеш? Там, європейські ігри є легка атлетика, але вона, по-моєму, как-то относится командний к командному чемпіонату Європи з третьої ліги или какой-то слабой ліги. Тобто ми относимся к суперлігі, поэтому ми, наверное, українська збірна буде пропускати. А як ти взагалі до цієї ідеї ставишся з європейськими іграми?
Ну, я считаю, это интересно, почему бы и не это сделать такой фестиваль. Ну, так там как виходить, это, в принципі, как малі Олімпійські ігри, може бути, якісь, да, то есть, це ж командний чемпіонат. В рік чемпіонат. Ну, в будь-який рік виходить, крім одного року в чотириріччя, щось є, да? І то чемпіонат Європи зараз поставили. Це зайвий старт. Він не... Як взагалі в спорті до такої історії ставляться? Не перегружає він підготовку і взагалі сезон? Ну, немножко, наверное, двухпиково готовиться, это сложно. То есть, если ты идешь уже, готовишься официально к там, чемпионату мира или к Олимпийским играм, то двухпиковая подготовка, наверное, ее сложнее делать. Для спортсменов, которые более стабильно выступают вот такие коммерческие турниры, там 14, ну, допустим, я беру себя 14-70, 14-80, или Богдан Бондаренко, да, там в районе 2-40 прыгать. То есть, для нас это немного как бы лучшая тренировка — это соревнования. Да? То есть, мы где-то для себя решаем какую-то задачу на соревнованиях, нежели ты тренируешься. То есть, и возрастным спортсменам, наверное, где-то включаться уже на тренировки немного, наверное, сложнее, чем на соревнованиях. И поэтому, может быть, такие двухпиковые более для молодежи, для юниоров. То есть соревнования уже не для лидеров, а вот для них более интересные, чтобы туда попасть, отобраться, посмотреть, как это, что бывает, посоревноваться. Короче, хай молоді їде, да? Я думаю, да. Я зрозумію. Где сейчас тренируетесь? Ми говорили, как обстоят дела с финансированием? Ми, до речі, ми з тобою говорили про ці збори. Я так розумію, що це збори, які фінансуються як... Міністерством, да. Міністерством, да. Повністю міністерство. І от, в принципі, поки всі, які у нас йшли по плану збору, все це було і без всяких проблем. Тут, звісно. Да. За якими видами спорту слідите і інтересуєтесь, наприклад, біатлоном? Да, биатлон сейчас смотрела. Вообще, в принципе, смотрю все виды спорта и вот смотрела, как сейчас Бьерн Далина там, да, на последней минуте, как да, там да, это все было интересно. Совсем другой вид спорта, но это все интересно на самом деле. Ну, то есть возможность, я смотрю, совсем слежу, даже иногда футбол можно посмотреть, потому что... Мне понравился этот поворот, даже иногда футбол. Да, да. Слушай, а ты взагалі на лыжах... Не стояла. В детстве когда-то пробовали детские лыжи какие-то. Это так, на самом деле, я всегда говорю, фигурно, каток, то есть мне там Диана, мама пошли покатаемся, каток, наверное, лыжи, это все будет после окончания карьеры, потому что где-то можно упасть, где-то это все. Ноги надо беречь пока. Какой ваш любимый старт в бриллиантовой лиге или другое соревнование? На каком стадионе больше всего нравится выступать? Ну вот я уже сказала в начале сезона, это Америка, Юджин, такие интересные очень соревнования, найковские, это там такая атмосфера, просто ее не передать. Комфортный стадион небольшой, ну просто публика, поддержка очень такая мощно. И, наверное, там всегда я показывала личные рекорды, лучший результат сезона в мире. И вот такая вот, это, наверное, наиболее любимый старт. Ну, ну от, запитання так загалом закінчилося, і ми так на, не те, щоб закінчення, а так до такого, до речі, у нас тут, може, можливо, зараз ще щось з'явиться, зараз подивимося. Поки з запитаннями, такі, можливо, більше загальне питання. Незважаючи на те, що я так дуже радий бачити, що у тебе так ніби стан стабілізувався, да, твій, але все одно буде чемпіонат світу, будуть Олімпійські ігри, далі життя буде продовжуватися. З яким ти настроєм дивишся в майбутнє загалом? Ти готова там залишатися в Києві, не думати про те, щоб повертатися, не повертатися? Які в тебе, знаєш, такі от... Як далі буде? Ясно, що вся країна не знає, як далі буде. Але от що ти собі там думаєш десь всередині? Ну, я розумію, що ситуація затяжна і треба як-то зараз двигатися в якомусь руслі. Наверно, це буде Київ, і тому... Диана в садик ходит уже здесь, где-то какое-то будущее, наверное, планировать и работу здесь. Я вхожу в Олимпийскую комиссию атлетов, в комиссию нашей федерации, то есть в женскую комиссию меня избрали. То есть я думаю, что будущее мое все равно будет связано где-то со спортом, решением каких-то вопросов, ну и недалеко от, не то что легкой атлетики, но недалеко от спорта. То есть мне это интересно, это моя жизнь все-таки, поэтому где-то буду рядом. Ну дай Боже. Дякую. Олечка, дякую. Це була Ольга Солодуха, призер Олімпійських ігор, чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи з потрійного стрибка. З наступаючим тебе щедрим вечором. Дякую. Подумаю все-таки про щедру кутю. Кажу, що зараз колядникам чи щедрують, зараз ходять, і не можна їм не відкривати, тому що буде погано. Тобто, щоб хороший був рік. Щоб був хороший рік, на з цього року чемпіонат світу в Пекіні на стадіоні Пташине гніздо, і тому будемо
стежити. Ну, правда, до того ще далеко, ми з тобою думаємо, що стежити. Дякую. Оля Салдуха була у нас в гостях. Це була веб-конференція на Xport.ua. Спасибо.